Гутен морген, Андрей. Вот так вот, неожиданно. Привет, Андрей. Сегодня в наш прокат выходит иранский фильм «Герой». Режиссер Асгар Фархади, наверное, вам знаком по фильму оскароносному «Развод» Надера и Симин. Да. Прекрасный фильм. И этот его фильм тоже номинируется на «Оскар». И я за него болею, потому что я фильм уже посмотрел. Фильм класс. Очень сильный. Давайте сейчас глянем фрагмент. Ролик. Давайте, давайте. Как оказались в тюрьме? Взял в долг, чтобы дело свое открыть. Но партнер прикарманил эти деньги. Мам, дядя вернулся! А похудел ты как? Ты каждый раз это говоришь. Не думала, что буду так тебя ждать. Я тоже сильно скучал. Слушай, в иранской тюрьме, оказывается, вот такие нравятся. Человек сидит, но время от времени ему дают отпуск, чтобы он повидался с детьми, с роднёй, да. Вот, чтобы он не выпадал, не рвал связи, там. Он же потом выйдет из тюрьмы. Ну, да, да, да. Вот. И в один из таких отпусков герой этого фильма находит сумку, в которой золотые монеты. Так. И первая его мысль, вот, он же должен кредитору, если он сейчас продаст эти монеты, он сможет погасить свой долг, и тогда тот напишет заявление, что он не имеет к нему претензий, он выйдет на свободу. Но он понимает, что, ну, а кто-то, наверное, на эти монеты-то всю жизнь копил, это же, ну, как вот. И он расклеивает, успевает расклеить по всему району объявление. Найдена сумка на автобусной остановке, звонить по такому-то телефону. Ага. Женщина звонит. Ну, он уже в это время в тюрьме, он вернулся, а вот его сестра отдает этой женщине эти монеты, об этом узнает начальство тюрьмы, и они, ну, чтобы пропиарить немножко свою тюрьму, какие у нас замечательные заключенные, честные, вот, они сообщают на телевидении, в газеты, и вся страна узнает, какой это вот герой. Но потом кое-что пошло не так. Вот я не буду говорить, что. Да, но сначала он становится героем, им гордится сын, сестра, брат, там, жена. Но его жизнь в итоге превращается в ад. И вот этот драматизм все нарастает, нарастает, напряжение. И этот фильм смотришь, вот не отрываясь. Я очень вам советую посмотреть герой. Фильм «Герой», который, я надеюсь, получит «Оскар». Хорошо. Так, что еще посоветуешь? Можно дома посмотреть прекрасный фильм Владимира Битокова. Это ученик Сакурова из его северокавказской вот студии, из набора. И действие происходит в Нальчике. А главная героиня Ксения Рапопорт. Она играет водителя автобуса, простую русскую женщину, которой сообщают из военкомата: ваш сын героически погиб в Сирии, вот вам компенсация, значит, похоронили его там, привозить не будем. Вот фотография могилы, а она не верит. И она поднимает шум и требует: верните мне сына. И вдруг она приходит домой, а там ее встречает Юра Борисов, который говорит: мама, я дома. Говорит: вы кто? Посмотри в паспорт. Я твой сын, я тут прописан, я тут жить буду. И ты заткнешься. А она не хочет затыкаться. Вот это да. Так, фильм называется как? «Мама, я дома». Давайте «Мама, я посмотрим дома». Фрагмент. Да. Копылова Антонина Петровна. А что у вас? Ваш сын защищал интересы своей родины на территории Сирийской Арабской Республики в составе частной военной компании. 7 марта он трагически погиб. Вот представляете, чужой человек дома, который говорит: я тебе... Вот. И она вступает с ним в противостояние. И в конце концов этот парень понимает ее чувства и становится на ее сторону. И они вместе уже требуют правды. Все-таки, что с ее сыном? Где он? Как? И он говорит: да, я не ее сын. Вот. А вот поначалу вот такой конфликт. И это потрясающие актерские работы. Юра Борисов уже, конечно, у всех печенках сидит. Но тут прекрасная роль. Я считаю, что всем надо посмотреть этот фильм. Ну и Рапопорт тут, конечно. Ну и Рапопорт в роли водителя автобуса. Да. Неожиданная абсолютно роль на сопротивление. Так, поговорим о моде.
Да? Ну, как сказать? Так. У нас так назвали «Месть от кутюр». Угу. Этот фильм с Кейт Уинслет можно будет увидеть на 4-м канале. Угу. Это наше российское название. Это просто фильм называется «Возвращение». Женщина. «Месть от кутюр». «Месть». Вот сразу, это же спойлер. Угу. Вот. Мы сначала-то не понимаем, зачем она вернулась в городок, где она... Я смотрел этот фильм. Да, потрясающая картина. Классный! Классный, да. Давайте посмотрим фрагмент. Там. Миртл Данедж, ты стала дамой. А ты обрюзг. Миртл Данедж вернулась. Я не видел ее с детства. Интересно, что с ней стало. И мы потом узнаем, что было, почему она вернулась в этот городок. Да. И она действительно, ну уж раз в название вынесли, она действительно мстит. Но как она им отомстит и за что, я говорить не буду. Но просто вот вы посмотрите и восхититесь, какая это актриса. Какая вот действительно у нее главная роль, и как она ее проводит, как она... Вот она появляется в кадре, как она просто притягивает к себе. Она здесь очаровательна. Прямо да, вот. Да. Она взрывает этот город. Потому что действительно в нее невозможно не влюбиться. И все бабы ей страшно завидуют, ненавидят ее. А мужики просто штабелями ломятся. Конечно, стоят нечесанные там, не все недомытые. Да, это австралийское кино. Изумительное совершенно. Да. Смотреть обязательно. Спасибо 4-му каналу. Да, «Месть от кутюр». Ой, я посмотрю. Спасибо, Андрей. Спасибо. Андрей Кулик, наш кинообозреватель, с вами был у нас в гостях. Андрей, спасибо тебе большое. Хорошего дня тебе желаем. Спасибо огромное.